Ну, совсем не за горами у нас 1 сентября, День знаний, и правительство Московской области приняло решение, такое уникальное решение, о том, что дети из малообеспеченных семей, которые поступают в первый класс, получат бесплатно рюкзаки. Акция начнется 1 сентября, мы начнем вручение этих рюкзаков. Для этого родителям, чей доход не превышает 12 439 рублей, должны обратиться в Управление социальной защиты населения с заявлением и со справкой, подтверждающей доходы за 3 предыдущих месяца. Помимо вот этой акции, которая будет проводиться у нас ежегодно в преддверии 1 сентября, мы проводим акцию «Добрая покупка. Собери ребенка в школу». И цель акции такая, чтобы помочь не только детям из малообеспеченных семей, но и семьям в трудной жизненной ситуации собрать ребенка в школу. Смысл акции такой, что наши жители городского округа добровольно совершают покупку и приносят предметы, необходимые для обучения, в управление, либо это в магазине. У нас стоит такая добрая корзина. Это не единственные мероприятия, которые у нас будут в преддверии 1 сентября. Уже много информации прошло о акции «Я родился в Подмосковье», когда женщинам, родивших детей в подмосковных родильных домах, будут вручать наборы для детей первого года жизни, необходимыми для ребенка и для мамочки. Но те люди, которые у нас не захотят получать набор, они имеют право обратиться к нам в управление после 1 сентября и получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. На эту выплату имеют право прежде всего жителям Московской области, граждане Российской Федерации, детки которых родятся в Подмосковье.